Порыв на магистрали возле строителей 3А был обнаружен накануне вечером. Пришлось отключить горячую воду и срочно начать ремонт, так как этот участок снабжает 12 домов. Сегодня утром рабочие раскопали проблемное место, откачали жидкость и приступили к замене трубы. Дефект будет устранен в кратчайшие сроки, пытаемся. Планируем заменить 6 метров трубы. Рабочие планируют закончить в ближайшее время и восстановить подачу горячей воды. Вообще сейчас в городе без нее остаются 102 дома. 10 дней назад их было порядка 200, а неделю назад – 150. Ранее все ресурсы были брошены на устранение порывов и наладку системы отопления, что более важно в преддверии холодов. Бывает так, что устраняет, вот как здесь, порыв, и после пуска выявляется еще один порыв на этой магистрали. И приходится заново выкапывать. Ну, надеемся, что, конечно, в ближайшее время все-таки как-то стабилизируется и вопрос будет решен. 12 бригад работают у Татэнерго, порядка 45 человек. В принципе, какое-то время было 15 бригад. Просто, как я уже сказал, что большая часть ресурсов были заняты тем, что восстанавливали систему отопления. И горячее водоснабжение, в принципе, ну, просто стояло и сил не хватало. Из-за изношенности трубопроводов порывы на сетях горячего водоснабжения происходят каждый день. Местные бригады не всегда успевают тут же выехать на каждый. Поэтому для оперативной работы были приглашены иногородние специалисты. В департаменте ЖКХ обещают в кратчайшие сроки завершить все работы. Светлана Шумкова, Илья Челноков. Новости НТР.